Это что у нас? Пока Валерьяныч пытался наладить связь с неземным разумом, чтобы спасти всех нас, Доллар скукожился. Да ладно. Доллар, как известно, скукоживается. А цены тоже скукожились? Не, нихуя. Доллар скукоживается. Да, это я знаю, и евро тоже. И Сережа тоже. Илон Маск это. Кто? Илон Маск. Американец это. Мне вообще насрать. Американец это. Американец. А чем тогда тут делает? Американцам здесь делать нечего. Конечно, нечего. Пускай дуют к себе. Бля. Я их ненавижу. За шо? Вы телевизор вообще-то смотрите? Да. За шо, блядь? Я ему делаю, не поехать, ну, конечно. Подожди. Доллар скукожился. Так, и как, что? Как вы отреагировали-то вообще? Алиса, курс доллара в рублях. 63 рубля 35 копеек. Хуёвая, что могу сказать? Знаете, в чем проблема? Когда доллар дорожает, я становлюсь богаче в России. Когда доллар дешевеет, я становлюсь богаче в Америке. Вот. Сейчас наступил момент, когда я стал чуточку богаче в России, но, блядь, обеднел в Америке. Обидно, нахуй. Обидно, блядь. Ну... Только вот быть богатым в России мне особо-то сейчас не нужно. Я тут не там, блядь. Вчера ж 53 был. В этом и проблема. Я пока спал, стал богаче в России. Но стал беднее в Америке. В этом и проблема, блядь. Я вообще не имею долларов, поэтому... Я даже ничего не сделал, я просто поспал. Конечно, я за русскую. Бивень, блядь, кто я? Валюту. Да. Говорят, что его нарочно так накрутили специально. Вот, потому что, типа, по ценам особо упадка не видно. И что? Ай, мы... И что, доллары. Мы не отрубли. Нет, не пойдем. Не пойдете, да? Когда цены скукожатся? А вот, мне бы очень хотелось, чтобы не только там, значит, на биржах поднимали, доллар опускался. Главное, чтобы было дешевле. Очень тяжело нам, пенсионерам, жить. Очень все дорого. И каждый день повышается. Пойдешь, хоть на немножко повышается. И что? Блять, ебаный. Немножко скинулись цены. Сахар подешевел, сейчас покупала. Слава богу. Может, еще что-нибудь потом подешевеет. Цены растут, доллар падает. А может быть, не знаю. Честно. Чтобы русский рубль рос. О, ЛДПР. И цене был. Доллар уже практически скукожился. Как вы реагируете на это? Ну как, у меня их нету. Доллар скукоживается. А? Доллар скукоживается. Какой... Как вы отреагируете? Жалко их, конечно. В смысле? Не волнует. Очень хочется, чтобы цены скукожились, да. Чтобы все-таки нам, пенсионерам, жилось легче. И чтобы было все более доступно. И тогда у нас будет хорошее здоровье и настроение. Угу. Ну, тут согласен. Мы отряды Путина. Обращаемся, блядь, к тебе, Илон Маск. Мы слышали, что там у тебя что-то не получается в Америке. Вот мы тебе предлагаем приехать в Россию. У нас прекрасная космическая отрасль, очень развита. Забирай все свои документы. Забирай все свое богатство, что ты там нажил, иначе у тебя его отберут. И приезжай к нам в Россию. У нас любовь, уважение. У нас Россия большая. И ждем тебя. И здесь ты покажешь себя. И ты внедришься, и ты достигнешь Марса, как ты хочешь достичь его. Приезжай сюда. Россия ждет тебя, Илон Маск. И ты об этом не пожалеешь. Илон Маск, приезжай в Россию. Ты полетишь и на Марс, и на Луну. И нахуй тоже полетишь. Файн. Ой, бля. Так, вступление можно, в принципе, наверное, скипнуть. Мы легли на дно. Так, давай-ка ты... О, господи. Только мы одни. Илон. А ты гни свою линию. Гни свою.
все нахуй, ты наш, ёбан. Что за хуйня? Так, ладно. Ребята. Вот ягоды. А сколько вот это? По 150, ребята. 100. Илон! Маск! Куда убежал? В какую сторону-то? Куда? В сторону! В сторону! Скорей, скорей, скорей! Куда ушел? Да, 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 да! Бегом! Вон туда! Быстрей, зови! Илон! Илон! Сбежал гадюка, блядь. Илон! Куда он делся-то? Илон! Маска не видели здесь, нет? Илон! Вы поняли, кто? Тему для работяг. 4318. Какая нахуй тема для работяг, не понял. Да был-то вообще. Не знаю, это какой-то... Маск, Илон Маск. Да ты что? Кошмар какой. Искать мальчишки надо. Илон! Горят огни, мерцают звезды. Все так сложно, все так просто. Мы ушли в открытый космос. В этом мире больше нечего. Короче, а я не понимаю, в этом видосе будут опросы, блядь? Вы не видели вот этого гражданина? Ой, нет. Не был здесь? Я редко хожу, выхожу. А вообще знаете, кто это? Кто? Это Илон Маск. Кто? Илон Маск. Ну, что-то знакомое лицо, но не знаю. Припоминаю. Американец это. Американец. О чем тогда тут делает? Американцам здесь делать нечего. Конечно, нечего. Пускай дуют к себе. Да. Я их ненавижу. Вы знаете вообще, кто это? За что, блядь? А кто? Американец. Вот а. Осуждаю нацизм. Вы не видели вот этого гражданина? Хуя. Ай, блядь. А зачем он в Кострому приехал? Пригласили его отряды Путина. А, ну все ясно. Вы не видели вот этого гражданина? Все ясно. Так тут больно культурный весь. А бывает же они как бомжи ходят. Так не поймешь. Нет, не знаю. Все. Какой нахуй бивень, блядь? Рулем, рулем. Да. Пропал вчера здесь. Да? Ну бывает у него. Вы не видели случайно вот этого гражданина? Нет, я здесь не живу. А вы куда пошли? А где она живет, блин? А что случилось? Да просто прикол, эти, что ли? Розы, ой, ромашки, ромашки, вино. Да, как же? Нет, коньяк. О, понятненько. Что-то у мужика намечается, походу. Особенно за такие ромашки, я думаю, точно у него все получится. У вас сумка шевелится. Романтик, я вам. Хуя. Илон, это ты? Бля, да, что там нахуй? Там что-то шевелится в сумке. Это Илон. Кто? Илон Маск. Ты черт его знает. Больше тут на местного бомжа похож. Обросшего. Ну, пропал. Америка. Так она же сказала, что он прилично выглядит. А теперь обросший бомж. Какие горе. Да. К нам приехал-то. Да ради бога. Нашу космическую программу будет улучшать. Вот. С Рогозиным на пару. Хуя. Явно не видели. Вот явно не видели. А что, нужен? Да. Что, знакомый такой прям в лицо? Не знаю. Я живу в единственном доме, короче, здесь. Ну, походу сейчас просто на лица память хорошая. Встречали, да? А, ебать, нихуя встречал. Наверное. Да. Во сколько не помните? Я за пивом ходил. А, ну, тут все понятно тогда. Я думаю, он и не только его встречал. Дизел, спасибо тебе большое за переподписку. Это Илон. А, Илон Маск? Да. Ну я что-то не узнал, а может... Да ладно.
Хоть кто-то его там знает, пиздец. А я все хотел понять, блядь, чем эти люди интересуются, если они не знают, кто такой Илон Маск. Не то чтобы они обязаны его знать, но все же он далеко не безызвестный человек. Вы черно-белый такой или... Вчера я потерял с ним связь случайно. Мы выбирали ягоды на базаре. И он исчез буквально за секунды. Илон Маск это. Кто? Илон Маск. Я в его нахуй. Американец это. Да а это... мне, мне вообще насрать. Да мне вообще насрать, кто он, блядь. Вообще поебать нахуй. А он что, здесь был? Прилетел, да. А, это Кострома. Я все, мне интересно было, что это за... Пригласили сюда. Понятно. Что он плачет? Что они хотели с ним сделать? Мне сказали, чтобы он сюда приезжал, здесь хорошо, все замечательно, он будет здесь развиваться. Никто не будет мешать ему, тут богатым станет. Ага. Понятно. Слышала о таких отрядах. Маразматички. Ничего себе. Илон, если ты меня сейчас слышишь, видишь, прошла неделя. Я надеюсь, у тебя все хорошо. Так, понятно. Дальше там бредни, короче говоря. Понятно, спился. В конце хотел бы выразить гигантскую признательность всем тем людям, кто поддерживает этот канал в это страшное и непростое время. Всем, кто смотрит, комментирует, ставит пальцы вверх или вниз. Спасибо вам за поддержку и до новых встреч. Давай, ББ. Ой, бля. Гню, гню. Надежда, ты здесь? Давай, иди сюда. Но есть один вопрос. Какая-то хуйня. Кто-то спалил мой адрес. Что там привезли? Вообще, я не ебу. Какие-то цветы. Причем открытка. Береги себя.